Сразу после парада техники в Люберцах прошел первый субботник. На уборку дворовых территорий и парков вышли сотрудники управляющих компаний, представители учреждений, организаций, а также жители городского округа. На площадках, где наводили чистоту, работали мои коллеги. Визитная карточка Люберец – место притяжения гостей и жителей округа. В первую субботу апреля Центральный парк стал не территорией для прогулок, а площадкой для генеральной уборки. Для чего пришла? Потому что нужно сделать хорошим, чистым наш город. Мы его любим, здесь растут наши дети, здесь мы живем, поэтому он должен быть чистым, ухоженным. Вооружившись рабочим инвентарем и подкрепившись чашечкой чая, люберчане приступили к наведению чистоты и порядка. Не остался в стороне и глава округа. Помог коммунальщикам распилить аварийный сухостой. Не только субботник, но и экологическая акция, посвященная Международному дню птиц. Жители городского округа принесли в Центральный парк кормушки и скворечники, сделанные собственными руками. Мы привлекли и гостей парка, постоянных посетителей, общественные организации, некоммерческие, активных жительниц города Люберцы. Сделано было около 15 кормушек и скворечников, но желающих оказалось больше. И по факту люди активно приняли участие и принесли с собой еще кормушки, и делали здесь на месте, и раскрашивали. И по факту вышло где-то больше 25. Еще одной точкой масштабного субботника стал двор возле дома 28 на улице Южной. Грабли, мешки и перчатки стали главными атрибутами для местных жителей. Сразу с парада техники сюда приехал погрузчик. Субботники нужны для того, чтобы люди понимали свою ответственность за содержанием территории, чтобы не мусорили. Также осознавая, что это наша окружающая среда, мы здесь живем, надо за ней следить. Помогать, убирать. Много, конечно, незакрепленных территорий по уборке, где дворники, возможно, не справляются. И поэтому нужны субботники. В этом месяце на территории Люберец пройдет еще 3 субботника. Кроме стандартных работ по наведению чистоты и порядка в округе, также запланирована высадка деревьев и кустарников. Луиза Егазарян, Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, Михаил Давыдов, телеканал ЛРТ.